Всем привет, друзья! У меня для вас очень радостная новость. Наши ребята, игроки состава по Rainbow Six, стали чемпионами 4-го сезона Russian Major League. Парни завоевали первое место без единого поражения и заработали 500 000 рублей призовых. В общем, звоним, поздравляем и узнаем, как это было. Аланчик, привет! Я тебя поздравляю сердечно с этой победой, с этим результатом. Сразу же, как только вы стали ВП, понимаешь, такие результаты. Очень круто. Привет, Маша, спасибо большое. Очень радостно. Волнительная победа, долгожданный кубок, наконец-то. Кубок-то как вам, отправят как-то его? Ну, как-то отправят. Не оставят, я думаю, себе-то. Как происходит тренировочный процесс в Rainbow Six команде? Ну, то есть, наверняка он же как-то отличается от того, что знаю я там о других дисциплинах. Какие были у вас, там, не знаю, КВшки, не КВшки, какой-то все делали? Ну, так же, наверное, практика, как везде, там, забиваешься с другой командой, играете карты, там, по... Ну, у нас там, типа, 6 раундов смены, там, по 6-6, ну и все, примерно так. Ну, то есть это те же стандартные 8 часов в день минимум вы тратите на тренировки или как-то по-другому? Ну, плюс-минус, да, зависит. Ну, в основном 8, да, 8, там, 7, 8, там, типа, ну, зависит, как сыграешь, короче. Угу. Там какие-то заминки могут быть, еще что-то. Так у вас же сейчас аналитик, получается, с вами, да? Тренер? Тренера нет, он не смог приехать, он в другой стране, короче, угу. Вот так вот. Поэтому только аналитик. А в чем его заключается задача сейчас? Ну, он смотрит все демки, смотрит, как играет противник, примерно предполагает, что можно сделать там в каких-то ситуациях. Ну, нам там что-то подсказывает, там, допустим, с своей стороны, какую-то часть, ну, там, тренерски, так сказать, сделал на себя роли. Слушай, я вот посмотрела турнирную таблицу, возвращаясь как бы к вашему феноменальному результату, вы там вообще никому шансов не оставили. А были моменты, когда вы думали, ну все, сейчас вот мы можем как бы и продуть эту карту? Ну, было это вот только, когда мы вели 1-0 против форзов, когда угу. Играли кафе там, ну, у нас была очень плотная борьба. Мы там 8-7, ну, закрыли, смогли, все-таки дожали, но было очень близко. Вот это, наверное, единственный момент. А остальные все как-то очень, ну, прошло лайтово, как мне кажется. Слушай, каково было победить свой предыдущий тег? Ну, просто уровень разный немного игры. Угу. Мы все-таки там в европейской лиге, они вроде только РМЛ играют. Ну, как бы вот неплохо, конечно, но, ну, первый раз, что-то, мне кажется, плотно показалось. Должно было все закончиться намного быстрее. Угу. Ну, слушай, а по Империи, что вы тоже там 3-0 их раскатали, но, может быть, они хоть чем-то вас там удивили, может быть, были какие-то сложные ситуации, когда подумали, что, ну, вот еще не все у них потеряно. Они же сильные ребята. Мы подумали, не все у них потеряно до стадии пиков, типа, то, что они вот пикнули там консулейт, мы пикнули виллу, ну, вот третьей карты, мы подумали, ну, вот сейчас будет потно, консулейт по-любому будет очень потно, сейчас будем драться там, ну, короче, ожидали там какой-то 8-6, но как-то, видимо, что-то не пошло, и все закончилось очень быстро. Слушай, когда мы смотрели, значит, ваше выступление, у нас дома раздавались крики «Раск, давай!» Вот. А как реагировали на победу твои друзья, не знаю, болельщики, те, кто следит за ВП, за вашей командой? Как поздравляли? Ну, все писали, конечно, там, ну, позвонили, там, ну, знакомые, близкие, самые друзья, там, поздравили. Ну, как обычно, мне кажется, я не знаю, там, везде, где только можно, написали, на Твиче, в личку, в Твиттере, там, европейцы даже какие-то следили, там, смотрели, поздравляли, ВКонтакте много очень сообщений, ну, вот так вот. Я еще отметила, что вот на видео, где вы побеждаете, где вот эта вот минутка у нас есть в Телеграм-канале, когда вы кричите, все такие радостные, я отметила, что давно я не видела таких искренних классных эмоций вообще в командах. Ну, там, инт не в счет, понятное дело. Ну, да, да. Но вот вы прямо очень производите впечатление прям таких дружочков-дружочков, что вы прям такое единое целое. Это правда? Какая у вас мораль вообще в команде? Ну, вот мораль у нас, наверное, самое важное, что есть в команде, типа, если у нас на высоком уровне, так сказать, если мы вот выигрываем там постоянно, ну, и вообще поддерживаем мораль, ну, мы прям можем, мне кажется, вообще кого угодно выиграть. И, ну... просто будем не снаимы, мне кажется. Поэтому мы всегда пытаемся поддерживать. Всегда, когда выиграем, там, кричим, заводимся как-то. Вот. Как-то так. Ну и, конечно, мы там все очень давно с друг другом знакомы, близко общаемся. Можешь просто так коротко обозначить по, ну, не знаю, психотипам, да? Кто в команде, кто там самый заводной, самый такой движовый, кто спокойнее всех там заземляет. Ну, такие вот, может быть, есть они у вас такие роли? Ну, Паша, наверное, самый движовый такой, веселый, я бы сказал, просто. Он сам по себе человек веселый. Ну, самый такой, мне кажется, ну, спокойный, это ВТГ. Ну, Ашок и Амижин, не знаю, что про них сказать. Но они такие же, как Пашок, мне кажется, ну, как мы все. Мне кажется, мы примерно одинаковые, я не знаю, поэтому нам как-то просто вместе.
Ну, вы такие, типа, good guys. Ну, типа того, что-то, да. Ну, круто, я так за вас рада. Это очень классный результат. Самое главное, что вы только анонсировали ваш состав, и сразу такие классные новости. Я тебя еще раз поздравляю. Спасибо. Ну что, тогда вперед тренироваться к следующим победам. Что у вас дальше по плану? Ну, по плану мы сейчас будем играть благотворительный турнир, и после него Европейская лига. Ну, все, в полный вперед тогда. Спасибо большое за то, что нашел минутку для нас. Вам спасибо. Пока. Тёмыч, привет! Поздравляю тебя, победитель! Привет, спасибо, спасибо. Ну, вы доказали, получается, что, во-первых, менеджмент у вас не ошибся, во-вторых, вы теперь, получается, защитили титул сильнейшей команды СНГ? Да, получается, что так, не ошиблись. Выбрали нужную команду. Слушай, ну а что можешь сказать по вашим соперникам, собственно, из нашего же региона? Как они выступили? Ну, я думаю, что все выступили достойно. Особенно, я думаю, можно выделить команду Force, бывшие черти. То есть они очень хорошо выступили для себя, ну, для меня неожиданно. И я думаю, в будущем они могут дорасти до уровня пролиг команд и стать чем-то большим. По поводу команды Crowcrat тоже очень ребята достойно выступили. Я думаю, если приложат чуть больше усилий, то у них все получится. И тоже дойдут до ПЛ. Ну, имперцы, как всегда, хороши, тут ничего особо не сказать. То есть ребята очень опытные, сильные, чемпионы мажора американского. То есть я думаю, если они чуть побольше поработают и исправят ошибки, которые у них есть, то, думаю, станут еще сильнее, чем когда-либо. Помимо того, что эта победа, ну, она в целом это очень радостное событие, что вот с точки зрения морали она вам дала? Уверен в себе, прежде всего, потому что мы почувствовали, что мы можем выигрывать турниры. Не просто играть хорошо на них, а еще и выигрывать, потому что это немаловажно. Так что, думаю, так, да. Я понимаю, что, ну, командный результат, прежде всего, самое важное, да, в победе, и все приложили усилия, но ты можешь отметить, может быть, кого-то из команды, может быть, это ты, да, там, кто какие-то решающие мувы совершал или какие-то решающие тактики привнес, ну, вот какие-то такие поворотные моменты отметить? Я бы хотел выделить несколько человек. Это, во-первых, наверное, ВТГ, потому что он очень хорошо отыграл весь плей-офф, плюс он был, скажем, таким, я бы сказал, лидером в команде, хоть он им не является, по сути. Но он себя вел очень, ну, хорошо, достойно и реально показался как отличный лидер. И еще и при этом играл хорошо. Паша выполнил немаловажную роль в плане тактик. И плюс заводила такой моральный был. То есть это очень сильно воодушевляло его крики и все такое. Раз, как всегда, машина просто всех убивал. Ну и мы с Амижином так просто на дрончиках сидели, на камерах, помогали всем убивать всех. Кто у вас в итоге MVP? ВТГ? Ну, на мой взгляд, у вас MVP мог стать и Раск, и Паша, который в гранд-финале стал MVP. То есть вообще все отличились. Ну, ты сам кому бы отдавал MVP? Ну, так просто вот. Наверное, дал бы его ВТГ все-таки, потому что он реально очень много клатчил, очень много морально поддерживал команду, так что он, думаю, в команде MVP у нас. То, что вы переехали на новый буткэмп, вам как-то помогло вот в этом пути к победе? Да, конечно. Те условия, которые нам предоставили ПЭ, нам очень сильно помогли, потому что на буткемпе наша команда раскрывается раз в 5 лучше. Мы начинаем играть лучше, у нас мораль просто на все 100%. А когда у нас мораль на 100%, ну, мы не можем никому проиграть, это просто невозможно. Мы становимся очень дружными, очень сильными. У нас всегда очень рабочая атмосфера, то есть мы на буткемпе просто на все 100 выкладываемся. Какие у вас планы дальнейшие и сколько времени вы планируете провести вообще на буткемпе вот в целиковом таком составе? Так, ну, в будущем у нас вот через пару дней, 29 или 30 числа, должен быть благотворительный турик. А потом у нас 22 числа июня, по-моему, начинается уже Европейская лига. Ну, такой аналог пролиги, можно сказать. Вот, и, наверное, числа где-то, наверное, с 15-го мы заедем на буткемп уже где-то на месяц, может быть, даже больше. Я вас поздравляю, прям очень мы все рады. Можешь сейчас как раз-таки к этим всем ребятам обратиться, которые очень просили с вами пообщаться. Да, для нас ваша поддержка, она просто невероятно много сил продает, мотивации, улыбки. Virtus.pro сильнее всех, в чате там спамят. Это просто, это вот то чувство, когда ты видишь чат, и ты очень сильно от этого заряжаешься морально.
Это очень сильно помогает. И я невероятно благодарен всем этим людям, которые спамят нас, поддерживают на стримах и не только. Весь менеджмент ВП, даже домохозяйку нашу, благодарен ей за вкусную еду на буткемпе. То есть... Благодарен всем просто. Целую всех в лобик. Друзья, я вам от себя лично обещаю, что как только так сразу, мы вот ворвемся к ребятам на буткемп, и все вам там покажем, как они устроились, лично с ними поболтаем, увидимся, и все вам покажем. Спасибо тебе большое. Вам спасибо.